Кинг-6, это Кинг-6! Вражеские танки выезжают! Атакуем их! Прием! Отлично, ребята! Наши приватки задержат танки электроэнергии! А мы
Танки Гансов на подходе к нашим восточным позициям. Ну, сейчас здесь будет жарко, парни. Так точно. Дэвис, Макгрегор, на самоходку, быстро. Здесь все. Точно!
Квин-6, это Кинг-5, конец связи. Квин-6, на артподдержка. На нас прут немецкие танки. Ганзы скоро нас накроют. Вам везет, Кинг-5. Кинг-6 готов открыть огонь. Ждет свои указания. Давно пора. Дэвид, возьми бинокль и сообщи мне координаты. Смотри в бинокль, наведи артиллерию, Шанхай. Огневая задача! 2, 0, 2, прием! Огневая задача! 3, 1, 3, прием! Огневая задача! 6, 1, 1, прием! Огонь! Прием! Остался один танк на северо-западе! Задача! 4, 3, 2, прием! Огонь! Прием! Сейчас один танк, север, запад! Север отсюда! Вражеские танки на огневая задача! 2, 7, 8, прием! Огонь! Прием! Танки с северо-запада! Огневая задача! 0, 6, 8, прием! Огонь! Прием! Немецкие солдаты! Рядом с ящиками! Стал один танк! Север отсюда! Разбиться на группы по 6 человек на танк. Ну же, парни! Вперед! Необходимо танков! И давай! Найти укрепление! Пора
Давай загоним спринцев в этот тоннель. С той стороны тут наш штаб.
Пункт сбора вон в тех зданиях. Винки идут! На верхнем этаже! Зайдите в эти здания! Бой! Какие укрытия! Неплохой урок Роммелю. Come on!
идем к пристани! Одним фрицем меньше! В здании все чисто! Отлично! Тебе повезло, МакГрегор! Ладно, здесь мы закончили. Отлично, поработали, ребята! Так точно! Я выпью за это, сэр! Ливия, 1943 год. Британские танки «Крусейдер» уже второй год несут службу в североафриканской пустыне. Танковая война в пустыне оказалась трудной для обеих сторон. Облака песка... Внимание! Ганцы! Джентльмены, вы знаете, что делать! Фрицы стреляют дальше нас! Нам нужно быстро вступить в ближний бой! Идем к линам! Как подойдем поближе! Отгружаем люком и бей их! Thank you.
Тунис, 1943 год. Набрав силу, союзники смогли оттеснить группу армий Африка под командованием Роммеля к позиции Марет, полосе обороны в восточном Тунисе протяженностью 22 мили. В январе 1943. Yeah.
проверьте боезапас и не разбегайтесь. Ты же
Yeah!
пошли!
11 июня 1944 года. В нескольких милях к востоку от плацдарма Омаха британские войска штурмуют важный форпост противника – город Кан. Им противостоят превосходящие силы немецкой обороны – элитные бронетанковые дивизии. Внимание! Макгрегор со вторым отрядом отправится по этой дороге. Они атакуют фрицев с правого фланга. Все остальные пойдут через сад и будут держать фрицев в напряжении. Вперед! Идем вперед! Наша пехота! Yeah.
парни! На низке с этажей! Огонь! Shoot! Please! Nicht schießen! We have wounded here! Не стрелять, парни! Да мы их тут штырями укладываем! Отставить огонь, это приказ! Как скажете, сэр! Макгрегор, иди сюда! Помнишь немецкий грузовик на восточной стороне? Так точно, сэр! Его нужно починить и привезти сюда! Сержант Дэвис, пойдете с Макгрегором! Нам надо перевезти всех этих янцев! Так точно, сэр! Дэвис, собирайся! Там могут быть еще фрицы! Мы выиграли одно сражение, но война еще не закончилась! Вот и грузовик. За дело! Отлично, сержант! Знаешь, Дэвис, я почти завидую этим бедным янцам. Для них-то война уже окончена. Я с тобой! Пулемет! Скорость на мой! Я подвоз нас!
Огонь по зданиям слева! Прикройте его! Фрицы! Нижний этаж! Слева! Разрушенном доме! Бей фрицев! За мной! Я с тобой! Это мой! Огонь! Хорошо! Фрицы идут! На нижнем этаже! Право! Yeah.
доме все чисто! Хорошо! Теперь проверьте сарай! Сержант Дэвид! Найди в сарае вражеский радиопередатчик и уничтожь его! Чисто! Хорошо! Теперь проверьте сарай! Сержант Дэвид! Найди в сарае вражеский радиопередатчик и уничтожь его! Это мой! Я не знаю, что это.
развалинах! Yeah!
меньше. Шевелитесь, нам еще надо захватить церковь. Yeah.
полевой штаб на север. Ah!
парни. 7-я бронетанковая дивизия вырвалась благодаря нам. Дело сделано. Теперь уходим.